В Бразилии число людей, зараженных коронавирусом, превысило 2 миллиона 400 тысяч. За сутки в стране выявили почти 25 тысяч случаев COVID-19. Об этом сообщает Министерство здравоохранения. При этом с начала пандемии от болезни умерли более 87 тысяч пациентов. Кроме этого, власти Бразилии отменили традиционное празднование Нового года на Копакабане в Рио-де-Жанейро. Отмена ежегодного мероприятия, которое собирает до 3 миллионов человек, может нанести большой удар по экономике города, отмечают эксперты. Расстроенные жители Рио-де-Жанейро, привыкшие отмечать предновогодние праздники с фейерверками и различными праздничными шоу. Люди знают, что пандемия ужасна, и она усиливается. Без вечеринки здесь с людьми это не будет Рио, и это грустно. На праздновании люди не смогут соблюдать дистанцию и следовать нормам, поэтому лучше не отмечать его.